Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День Российской почты. Накануне этого события в администрации района в торжественной обстановке лучших работников почтовой службы Кашхабльского района от имени главы администрации Заура Хамирзова поздравил его первый заместитель Руслан Ямыков. Дорогие наши земляки, мы, наверное, поближе и тоже хотим внести какую-то положительную нотку. В преддверии предстоящего праздника. Вы одни из тех наших любимых жителей, может быть, работа которых не всегда всем заметна сразу, но без которой возникнет очень много проблем у наших жителей. Мы тоже, в свою очередь, хотим заверить вас вместе с нашими поздравлениями, что мы видим, любим, ценим вашу работу, прекрасно понимаем ее важность. Пожелать хотим вам дополнение к тому, что Дарья Юрьевна уже пожелала, любви близких, здоровья, счастья, тоже мирного неба над головой, уважения и долгих-долгих лет жизни. Мы вас любим, мы вас ценим, мы вас тоже поздравляем. За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником Днем Российской почты наградить почетной грамотой администрации муниципального образования Кашхабльский район следующих работников Управления Федеральной почтовой связи Республики Адыгея Акционерного общества Почта России Ашибокову Саиду Хасеинову, начальника отделения почтовой связи Дагужиева Байзета Шабановича, почтальонное отделение почтовой связи и Покатилову Светлану Валентиновну, оператора отделения. Шизову Аминат Пшимаховну, начальника отделения почтовой связи. Идхаркакову Нафисет Касимовну, оператора первой кассы отделения почтовой связи Кашхабль. С таким замечательным событием приехала поздравить своих коллег и директор Управления Федеральной почтовой службы Республики Адыгея Наталья Алиференко. Очень рада вас всех видеть. И действительно, у нас в канун нашего праздника День Российской почты хочется отметить всегда самых-самых-самых, которые нам приносят не только результаты, да, но и в отношениях у нас всегда получается ровно, гладко, без всяких каких-то нюансов. Всегда идут навстречу. И в этот праздник действительно хочется всем пожелать спокойной, легкой работы, результативной. Прежде всего, всем пожелать здоровья крепкого, мирного неба над головой, сейчас это актуально, и терпения, потому что наша ситуация, которая сейчас нелегкая, действительно у нас кадровый голод, но тем не менее, знаю, что многие начальники ведут по несколько отделений связи, за что отдельное спасибо. И без вас, конечно, почта не справится, потому что отмечаем не только наших начальников, но и почтальонов, и операторов, которые трудятся не первый год в Почте России. И первую награду Министерства экономики, развития и торговли хочется вручить почетную грамоту нашему оператору отделения Кашхабля Кахарковой Нафисе Касимовне. Многолетняя большой сегодня. Поздравляем. И благодарность от директора Почты Республики Адыгея вручить начальнику отделения связи Игнатьевский Ашибоковой Саиде Хасеиновне. Здоровья, никакого давления вам. Спасибо. Хотели прям погулять. Хочется выразить нашим почтальонам слова искренней благодарности за их нелегкий и такой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу.